Сегодня в рамках празднования юбилея Чувашского госпедуниверситета на базе факультета иностранных языков открылся Центр китайской культуры. Инициаторами создания выступил старейший вуз республики и университет города Гуанчжоу. Музыка, статуэтки, маски и даже дракон. Все это стало непременным атрибутом вновь созданного центра. Атмосфера – важная составляющая обучения, считают специалисты. Наши связи с Китаем только укрепляются, поэтому неудивителен такой интерес к культуре восточного соседа. А главное, возникла острая потребность в языке. Знатоки китайского на расхват. Благодаря центру молодежи двух стран будет легче общаться, ездить друг к другу в гости. Вообще, в Чувашском государственном педагогическом университете всегда проявляли особый интерес к изучению китайского языка и китайской культуры, наследие великого земляка, ученого, основоположника российской синологии Никиты Бичурина. Уже в течение 3 лет здесь ведутся курсы основы разговорного китайского языка. Создание такого центра в Чувашии – это событие достаточно уникальное, потому что сейчас это развитие в основном происходит на Дальнем Востоке, в Сибири. Но в Чувашии тоже крепнут связи российско-китайские.